Какая песня без грузина? Какая старость без седин? Какой же хит без Константина? Какой без брата Константин? Константин и Валерий Меладзе. Это, кстати, за всю жизнь второе совместное выступление. Ни пуха. Я не ангел, я не бес, я устал и странник. Я вернулся, я воскрес и в дом твой постучал. Ты открыла очи мне сонным утром ранним. Прислонился я к стене и шепотом сказал: дай мне с дороги вдоволь напиться чистой водицы, дай мне, дай. Ты расскажи мне про счастье былое и уложи спать рядом с собой. С тобой венчали, я к тебе сквозь тысячу вьюг пришел в конце пути. Сколько ты пережила, о, горя и печали, не таи на сердце зла и путника прости. Дай мне здоровье вдоволь напиться чистой водицы, дай мне, дай. Ты расскажи мне про счастье былое и уложи спать рядом с собою. Константин и Валерий Меладзе, члены жюри конкурса «Новая волна 2010. Спасибо огромное. Спасибо Владимиру Преснякову за совершенно фантастическую песню. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи. Мы провожаем наших замечательных членов жюри.